da bi nebu ne zabudim. Можешь не найти ее на карте, но есть она и будет пусть всегда. Пусть за окном белым бело покровка, согреет гостя каждого покровка. Цвети и расцветай, любимый ты наш край, хорошими людьми полна покровка, и добрая идет молва покровка. Здесь воздух чист, вода свежа, покровка. Живем мы здесь и весь тут сказ, и горды этим мы. Що дитина сім'ї Кочерга Геннадія Миколаєвича і Марини Григорівни, яка народилася 14 червня 1994 року, віднині носить ім'я Маргарет. Кочерга Маргарет Геннадіївна. Стверджується її повноправні права як громадянина держави Україна. Studio, and by the time I was 3 years old, I was performing on stage. Growing up, as many young girls do, I aspired to become a ballerina. Ballet is extremely competitive, only one can be prima ballerina, and there's hundreds of girls working really hard to get there. I was determined to become a ballerina of my dreams, dancing 4 hours a day every day. Если ты куда-нибудь уехал на пару дней или, может, на совсем, любить покровку — это не помеха. Любовью моя покровка, скажем всем. Пусть за окном белым бело покровка, согреет гостя каждого покровка. Цвети и расцветай, любимый ты наш край, хорошими людьми полна покровка, и добрая идет молва покровка. Здесь воздух чист, вода свежа, покровка. Живем мы здесь, и весь тут сказы горды этим мы. Пусть за окном белым бело покровка, погреет гостя каждого покровка. Расцветай, любимый ты наш край, хорошими людьми полна покровка, и добрая идет молва покровка. Здесь воздух чист, вода свежа, покровка. Живем мы здесь, и весь тут сказ, и горды этим мы.
Днепр ты мой любимый город, будь со мной. Днепр ты мой любимый город. Город старых мостов, город ярких огней, город высоких домов и гениальных идей. У нас тут много заводов, и мы один сплав. Днепропетровск, Днепр, Екатеринослав. Неважно, Коломойский или Филатов, здесь недостроено метро и низкие зарплаты. Я еду через новый мост и вижу парус, высотки, набережная. Город красавец, в моих ушах уже знакомая мелодия. Привет, мой город, сегодня ты и я. Мимо ходят пары, у них романы, мелодрамы. Я иду, руки в карманах и пинаю каштаны. На небе тучи или солнечно, я на тралике поеду по-новому на солнечный. Вечером выйду и пойду по мостовой, мимо горящих окон иду к себе домой. Будь со мной, Днепр ты мой любимый город, будь со мной. Днепр ты мой любимый город. Такой вот возраст, мы то тут, то там. А ты помнишь, когда вместо карусели был фонтан? Мне было 15, я был малым. Днепр, прошу, запомни меня таким. 12-й квартал, Левобережный 3. Мой родной район Амур, будешь рядом, заходи. Я проезжаю мимо танка по Гагарина. Заеду к брату, он скажет привет, старина. Ему тоже нравится вся эта суета. И потом залипнуть в субботу вечером у костра. А я обычный пацан, я типичный рэпер, но со мной рядом всегда мой типичный Днепр. И где бы меня ни носило, я везде гость. Мой город — это сила, город Днепропетровск. Сегодня для своих Амур и Кассиора здесь. Поднимаем ручки вверх за 0,56. Да, так, тут идет тишина. А тут, да, тут что-то про Днепр. Будь со мной, Днепр ты мой любимый город, будь со мной. Днепр ты мой любимый город. Thank you.
Надя, в школу хочется? Очень хочется. А учиться будешь как? На постарайся на пятерочке. Абрамович Світлана Васильівна, спеціаліст першої категорії, працює в школі з 1985 року. На її рахунку 5 випусків. Багато цікавого дізнаються учні. Дорожки есть. Ну, я бачив, я бігав. Мене мишенятки звуть. Привіт. Мене Меті. А як же тебе звуть? Антон. Thank you.
Ты пришла домой уже, да? Ты уже немножечко отдохнула. Так, ну давай, мы с тобой сейчас поедем наверх и дома поговорим, да? Тяжелый был ты? Нет, пока легкий. Что ж там у тебя лежит? Две тетрадочки, карандаши, один альбомчик. А что тебе на уроке дали? Как называется эта книжечка? Буква. Правильно, буква. А что вы сегодня на уроке делали? Обрисовали ручку, там задачи задавали. Как было так написано, так написано там про котика. Ты это про что рассказываешь? Когда на доске что-то висело, загадки, да? Да. А, понятно. Ну как тебе первый день? Понравился? Угу. Хочешь ходить в школу? Будешь ходить? Да. А что больше всего понравилось в школе? Понравилось загадки. Загадки понравились, да? Угу. А учительница понравилась? А девочки, мальчики? Девочки, да, мальчики. А с тобой сосед, как зовут его мальчик, который с тобой сидит? Мальчик зовут. Стасик, да? Стасик. Понравился тебе Стасик? Да. Хочешь с ним сидеть? Так, ну все, пошли домой. Thank you.
дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києва мій, де колишуться віти. Тебе не любити, Києва ні. В очі дивляться кани, серце в них перельну. Хай розкажуть кохані, як я вірно люблю. Буду мріяти жити на крилах надії. Як тебе не любити, Києва мій. Буду мріяти жити на крилах надії. Як тебе не любити, Києва мій. Втомлене місто мирним лагідним сном, ген вогні, як намисто, розцвіли над Дніпром. Вечорів оксамити, мов щастя прибій. Як тебе не любити, Києва мій. Вечорів оксамити, мов щастя прибій. Як тебе не любити, Києва мій. Києва мій. Зелене, тихий день дора, дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києва мій, де колишуться віти.
виконує студентка першого курсу Маргарет Кочерга. Снилося
ночі. Бачу, баба з дідом в хаті крутили калачі. От би зараз діда постукать би по плечі. Де-де-де-де би не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігуді, я закритими очима знайду. Закритими очима знайду ти мій двір, бо де би не був, не забуду дім. Я до тебе все прийду, п'яним уночі знайду. Хай не будеш на виду, хай дорогу замете, з курсу не зб'є мене. Хочеш закрути мене, як бігуді, я закритими очима знайду, де мій двір, бо де би не був, не забуду дім. Де би не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігуді, я закритими очима знайду, де мій двір, бо де би не був, не забуду дім. Coming here brought many challenges. I didn't know the language, the culture, and even the ballet technique here was different. But I was persistent with my dream. When I got to Charlotte Ballet, I had to adapt to the situation. I got to learn the new technique from world-known experts such as Patricia McBride, as well as learn English. In spring, I was casted as a lead in the contemporary ballet of Mark Diamond. And I was on top of the world, performing for the audience, hearing the applause, receiving the flowers, and I felt like a true ballerina. And I just got the taste of what it feels like to be a ballerina. The next day, I tore a ligament in my knee. And I was told that I may never dance again. After my reconstruction surgery, I had a lot of time to think. Trust me. I decided to go to Central Pima Community College and major in dance. And my naive 16-year-old self, barely speaking English, still hardly walking after surgery, went around the area, knocking on doors, and seeing if anyone needed a dance teacher. And that is how I got my first full-time position as a dance educator and a new journey in my life began. You would think that now life was rainbows and glitter, but this was not the reality. As I was studying community college and taught dance, I came across multiple hurdles in order to prepare myself for four-year university. During that time, I discovered my love for chemistry. How can you not fall in love with magic that happens in front of you, and you are actually able to make it? Due to various circumstances, I continued to study chemistry at UNC Charlotte. But I also continued to teach dance in the community. This was the time for me to learn what science really is, conduct novel research in Dr. Rabinovich's lab in the day, and then in the evening, I would become a ballerina, teach dance, and perform. You may ask, was it simple to do? No. But did I love doing it? Heck yes. After my undergraduate degree, I joined Nanoscale Science PhD program here at UNC Charlotte, in the laboratory of Tom Schmedeke. Start of graduate school was a bumpy road with lots of important and scary decisions. But it was also a great time during which I was able to establish collaborative science outreach program and focus on the science full time. It was the time for me to take down the crown and put on my lab goggles. Then, something that no one could predict happened. My father was diagnosed with rare type of brain cancer. That was not only heartbreaking news, but also a very challenging experience to see someone you love become less of themselves every day, lose their identity because tumors started to occupy too much space in the brain. It was a very tough year, which ended in death of my father.
That year, I was splitting myself between working on my PhD, taking care of my parents, hospital visits, lawyers, and trying to survive. What helped me to remain on track after everything was start to perform with Gaston Dance Theater and continue my scientific career. This is when my self-discovery started, when I had to take all of my experiences and turn them into something new. This time was for me to learn and realize that flexibility and perseverance are guiding me through life. I was no longer able to be just a scientist full-time. And what I did instead, I had a chance to dive deeper into my creativity in dance world by performing new characters, as well as I became a chair of Young Chemist Committee at American Chemical Society, which allowed me to help young scientists to learn more about their dream careers. I also came across an opportunity of customer discovery program at Venturprise at UNC Charlotte, which allowed me to talk to world-known scientists, businessmen, and it inspired me to dream big, innovate, and make impact, and it led me to my own tech startup. In my world, dance and science were no longer foreign to each other, and let me explain to you why. Doctor of Philosophy, Nanoscale Science, Margaret Kucherja. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Margaret Kucherja. I'm a founder and CEO of Margic, a sustainable solutions company that would enable electronic devices to be very futuristic as well as healthy and eco-sustainable. So what there is common between electronic devices such as your iPad, your cell phone, a laptop, is display technology. The display technology of today uses scarce earth and rare earth elements. Here I have some erbium and indium for demonstration, which will run out by year 2040. Our materials are non-cytotoxic, they're healthy for humans and the environment, they use all earth-abundant organic elements, so this would actually have a potential to not only be recyclable, but also biodegradable type of electronics. And here we have some business cards that we embedded our very small light emitting diodes into, and very simple touch-enabled display technology. This is demonstration of the future of lighting technology and display technology as we know it today. Де б не був, не забуду дім